Дорогие друзья, в течение 5 лет задается один и тот же мне вопрос. Вот с чего начать? Вот что самое первое я должен изучить? Вот давайте изучать самое первое. Вашему вниманию тема «Возвращение в сердце». Родные мои, я есмь архангел Уриил. Я есмь свет и любовь очей Божьих. Сегодня я пришел к вам, чтобы продолжить с вами разговор о переходе вас в божественную расу людей, о внутреннем переходе, когда каждый из вас станет жить сердцем, станет жить душой. Я вам уже говорил, что у трехмерного человека центр управления всем его существом находится в голове. Именно поэтому ум, эго имеет над ним такую сильную власть, управляет и манипулирует им. Если перейти в сердце, жить им и творить, то мир изменится до неузнаваемости. Исчезнут все конфликты и все проблемы, растворится любая агрессия и непонимание. А в жизнь вольется безграничная радость и счастье бытия, все вокруг окутает любовь. Всем вам необходимо вернуться в свой истинный духовный центр, ваше сердце, чтобы ум потерял над вами власть и занял свое настоящее место робкого и ненавязчивого помощника. Родные мои, я передам для вас очень важные практики по перемещению вашего сознания из головы в сердце, чтобы вы смогли раскрыться всей своей душой, жить ею и творить. Они представляют собой комплекс упражнений, который поможет вам перейти в ваш истинный духовный центр и раскрыться в нем. Если делать эти практики каждый день, то со временем вы почувствуете, что ваш ум стал ослабевать, а сердце набирает свою силу и мощь, начинает раскрываться и светиться еще ярче и сильнее. Вы научитесь разговаривать со своим сердцем, слышать его изнутри, получать от него необходимые внутренние сигналы, побуждающие вас к действию вперед. Усилится ваша интуиция и сенсорность. Сегодня я передам для вас всего лишь одну практику, так как необходимо время, чтобы вы научились ее делать. К другим упражнениям без полного овладения этой практикой переходить не имеет смысла. Упражнение первое – перемещение сознания. Сядьте в спокойной и уютной обстановке. Полностью расслабьтесь. Пусть вас ничто не беспокоит. Подойдите к практике с огромным увлечением настоящего исследователя, играючи, как истинное и наивное дитя. Отбросьте всю серьезность и ответственность ума, отпустив любые ожидания, мечты и цели. Почувствуйте сейчас, где ваше сознание. Практически у всех оно находится в голове. Вы каждый день живете умом и лишь частично сердцем. Сейчас мы будем учиться переносить свое сознание из головы в сердце, передвигать и перемещать его. Для этого создайте в своей голове светящийся энергетический шарик. Переместите свое сознание в него. Ощутите, как вы входите в шарик и остаетесь внутри. Смотрите на все из него. А теперь представьте себе сияющую дорогу от головы к сердцу. Столб яркого света, по которому вам необходимо будет спуститься вниз. Мысленно начинайте свое перемещение. Спускайтесь от головы к шее, плечам, легким и передвигайтесь к сердцу. Очень важно почувствовать, что вы находитесь внутри этого шарика. Как в кабине лифта. Вы перемещаетесь внутри него, а не находитесь по-прежнему в голове и оттуда управляете всем процессом. Двигайте шарик вниз.
Смотрите изнутри шарика и чувствуйте весь свой путь, все перемещение. Держите фокус внимания на нем и ощутите, как вы покидаете голову. Проходите шею, плечи, видите легкие и приближайтесь к сердцу. Для многих из вас эта практика покажется трудной. Именно поэтому я дал вам необходимое время, чтобы вы научились удерживать фокус своего внимания и перемещать свое сознание. Необходимо сделать это упражнение столько раз, пока не почувствуете свою внутреннюю силу, что вы спокойно, свободно и легко управляете этим процессом, а ум теряет над вами свою власть. Старайтесь, мои любимые, у вас все обязательно получится. Чем труднее вам сделать это упражнение, тем сильнее вами руководит ум. Посмотрите и ощутите, какую власть он имеет над человеком и управляет им. Будьте свободны, мои дорогие, учитесь управлять своим умом. Будь хозяином своей жизни, вы сможете все. С любовью к вам, ваш архангел Уриил, приняла Магда.